В душной лачуге в столице Сомали, Могадишо, Мохаммед сидит напротив гиены. Так он надеется излечиться от депрессии. Для сомалийцев это традиционная терапия. Многие жители африканской страны верят, что гиены пожирают джиннов, злых духов, которые вызывают психические расстройства. Хозяина гиены зовут Аден, но в народе его называют доктором гиеной. Мохаммеда привел сюда брат. Мой брат сошел с ума после того, как наш отец приказал ему развестись с его любимой женой и жениться на другой. Потом его жена ушла, у него начались головные боли, и он плачет всякий раз, когда видит свою жену. Он сошел с ума, и мы привели его сюда лечиться. Выглядит такое лечение странно, но могло бы быть и хуже. Раньше душевнобольных запирали с гиенами в одном помещении, и они рисковали пострадать или даже погибнуть. Доктор гиена держит свое животное в клетке. Говорит, начал проводить такие сеансы 4 года назад, и никто не пострадал. Профессиональные врачи относятся к процедуре скептически. Я не верю, что пациент с психическими проблемами может излечиться таким образом. Это ненаучно. Впрочем, альтернативы у сомалийцев нет. По данным ВОЗ, в стране всего 3 профессиональных психиатра.